Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах храпа у собак. Храп. На первый взгляд совершенно безобидный для собак физиологический процесс, однако это правдиво только в случае с брахицефальными породами. Мопсы, боксеры, английские бульдоги и другие брахицефалы предрасположены к храпу из-за специфического строения морды. Если же храпом начинает страдать собака не брахицефальной породы, это повод обратить на нее пристальное внимание. Почему храп может появиться у лающих, которым он совсем не свойственен? Что его провоцирует? Давайте подробнее рассмотрим основные причины храпа у собак. Ожирение – первая причина храпа у собак. Отложение жира, особенно на горле, давит на дыхательные пути лающего и тем самым способствует появлению громких неприятных звуков. Как правило, ожирение наравне с храпом сопровождается еще отдышкой и специфическим кряхтением собаки при ходьбе. Следите за тем, чтобы ваш лающий друг получал достаточные физические нагрузки. Тогда храпа из-за ожирения удастся избежать. Неправильный прикус или напряженные мышцы челюсти – вторая причина. И то, и другое мешает нормальному прохождению воздуха через носовую полость, что и провоцирует храп. Как правило, у собак с такими физиологическими особенностями храп проявляется уже в раннем возрасте и не исчезает на протяжении всей жизни. В этом случае храп является не поводом для беспокойства, а вариантом нормы. Ослабление мышц горла – третья причина храпа у собак. Слабые мышцы позволяют горлу закрыться лишь частично, из-за этого собака начинает храпеть. Ослабление мышц горла в большинстве случаев происходит у собак преклонного возраста. Отек слизистой – четвертая причина храпа у собак. Появляется он, как правило, из-за аллергических реакций или простуды. Если ваша собака аллергик, старайтесь максимально оградить ее от объектов аллергии. Что касается простуды, то чтобы питомец не болел ей часто, укрепляйте его иммунитет и не допускайте сквозняков в квартире. Сердечная недостаточность – пятая причина. О проблемах с сердцем у собаки свидетельствует громкий захлебывающийся храп, который сопровождается короткими остановками дыхания во сне. Это самый опасный вид храпа. При его появлении нужно незамедлительно обращаться к специалисту. Храп может свидетельствовать как о физиологических особенностях питомца, так и о серьезных заболеваниях у лающего друга. Однако в любом случае, если ваша собака начала храпеть, хотя раньше таким не страдала, это серьезный повод показать вашего питомца ветеринару. Чем раньше будет установлена причина храпа, тем легче будет вылечить заболевание, которое его спровоцировало. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!